Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в игру «Спасти девушку». Так, гуляем, идем. Ух ты! Мне нужна карта. Так, карта, пожалуйста, вам ракушку я дам. Угу. А, нужно идти дальше. Поменялись на ракушку. Хорошо. А я бы на твоем месте прямо не пошел. Хе-хе. На ягодки. А, спасибо за совет. Отлично, получилось. Он меня обманул, это тупик. Ха-ха-ха, попалась? А, нет. Он нас обманул, надо было ему дать камень. Ах ты гад такой, а? Вонючка. Так, ладно. Так, идем гуляем, идем. Так, тут чувак какой-то с картой. Мне нужна карта. На ракушку. Держи. О, тебе нужна была ракушка, да? Нужно идти дальше. Так, идем. Так, я бы на твоем месте не пошел бы. Хе-хе-хе. На, камушек тебе. Ой, ладно, хорошо, иди, тупик, прямо. Ага, надо было каркушу кинуть ко мне. Так, это что такое? Либо одеть очки, либо алмазик ставить. Давай ставим алмазик. Ой, нет. Блин, надо было не вставлять, надо было очки одеть. Ах, да что такое-то, ё-моё. Так, ладно. Идем дальше. Идем гуляем. Сейчас дадим ракушку этому медведю странному. На ракушку. Давай нам карту. Все, спасибо. Идем дальше. Так, я бы на твоем месте прямо не пошел бы. Прямо не пошел бы? Да иди ты. Ой, ладно, хорошо, это тупик. Иди прямо. Так. И тут надо, ребятушки, выбрать все-таки очки. Ага. Все, прошли. Кто бы мог подумать-то, а? Что надо советовать очки. А я положил туда вместо глаза еще камушек какой-то. Так, 98 уровень. Идем. Так, гуляем. Водопад опять, смотри. Куда мне идти? Так, либо волшебную палочку, либо спасательный круг. А, спасательный круг, он почему-то всегда не получается, если его взять. Давайте возьмем палочку волшебную. Да, помогло. Нас всегда обычно выручает волшебная палочка. Я повредил крыло, сможешь мне помочь? Да, конечно, давайте подорожник прикладем. О, видишь, о, уже гораздо спасибо. Уже гораздо лучше, спасибо. Ох ты, мне нужно разбудить тигра, чтобы пройти. Так, либо балалайка, либо свисточек. Ну давай свистком. Ух ты, он мне дал посох свой. Ага, идем дальше. А, все, прошли. Прошли уровень. Ну, замечательно. Так, 99 уровень. Ух ты, мы скоро закончим серию. Так, идем гуляем. Меч. А, это меч в камне. А, давай накачаемся, конечно. Чтобы вытащить меч. О, сильные стали, смотрите. А, сломали? Да как так? Мы же такие сильные были. Так, не помогло. Ладненько. Оденем корону. И прибежит принц, смотри. Сейчас принц прибежит. Похоже, я теперь королева. А как ты вытащила, слушай, а? Так легко? О, голем, как мне пройти мимо него? Угу. А, как ударить? Либо прямо, либо в бок. Давай в бок попробуем. Есть. Получилось. Там какой-то у него был пояс из дерева. Какое странное опасное на вид существо. Либо выколоть глаз, либо... отрубить щупальцу. Давайте глаз выклеим. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, помогло. Нафига себе. Щупалец-то много. А, 50 монет мы заработали. А, давайте дальше пойдем. Давайте изменим. Кстати, можно изменить прическу. У нас денег много. Давайте поменяем так скин. А, можно одежду выбрать другую. И прическу мы поменяем на какую-нибудь... красивую. Ага, за 1000. Давайте за 1000 вот такую взял. Ой, какая она смешная стала, ребята. Так, ладно. Так, туфелек здесь нет, ладно. Хорошо, пойдет. Мне все устраивает пока. Так, вот такая у нас принцесса получается. Денежку нашла. А, рыцарь, может быть, вы присоединитесь ко мне? А, так, либо забрать себе, либо отдать рыцарю. Давайте заберем себе.
Ваше высочество? А, вон оно как, видишь, на руку она дала, поцеловала. Лучник, которого послали меня убить. Что же делать? Конечно же, давайте мечом. О, нет, убили его, ё-моё. Надо было защищаться. Хорошо. Сейчас будем защищаться туда. Так, идем, видим денежку. Давайте их заберем себе денежку. Так. Ой, корона, смотри, упала, и все. Он меня сейчас убить захочет. Ладно. Теперь мы знаем, что будет, если взять монетки себе. А, рыцарь, быть может, он присоединится ко мне? На, поцелуй мне ручку. Ваше высочество. Да, пойдемте со мной. Защити меня. Ох ты, это же Робин Гуд. Давайте защищаться. Опа, есть. А теперь щелкни его. О, молодец, молодец. Щелкнули мы, он лежит такой весь уставший. Гигантские щупальца, как же пройти между ними? Так, давайте отрежем щупальцу. Тыщ. Отрубили щупальцу. Да, получилось. Принцесса довольна, улыбается, она счастлива. Прошли уровень. Далее. 101 уровень у нас. Так, идем, гуляем. Волшебник. А ты что-то потерял? Так, очки дать ему или дать увеличительное стекло? Давайте дадим очки. О, да, это были очки. Он потерял очки просто-напросто. Мы нашли очки и вернули ему. Так, он идет с нами. А кто съест яблоко? Так, давай волшебнику. Сейчас он превратится. Она сама съела, смотри, отравилась. Есть. Видишь, колдунья хотела отравить и дать яблоко отравленное. Мне нужно что-то сделать, чтобы пройти мимо. А, может, мясо дадим? Не, давай мы его щелкнем. Ох, ё-моё. Ой, виновата. Нет. Не то надо было загадать желание. Надо было ему дать кусочек мяса. Ладно. Сейчас дадим ей мясо. Так, идем. А, вот у нас, смотри, волшебник. А что будет, если дать волшебнику увеличительное стекло? А, сейчас посмотрим. А, мы ему, смотри, прожгли ногу. Офигеть. Увеличительным стеклом прожгли ему ногу. Нет, это плохая была задумка, ребята, все-таки. Давайте дадим ему очки. И он будет доволен этим. На, держи очки. Молодец. Пошли со мной. Дружище, старичок-волшебник. Ага, злая колдунья хочет яблоко нам дать. А ну-ка, щелкни ее. Пусть она сама ее съест, свое яблоко. Хорошо. Так, и здесь будет великан. Великан-циклоп. Гигантское существо. Давайте дадим кусочек мяса ему. О, да. Я не хотела этого делать, но пожалуйста. Все, видишь, он стоит довольный и ест. Мы прошли этот уровень. И сейчас у нас будет какой интересный следующий, 101 уровень? А, нет, 102 уровень. Мы были на 101. Так, пещера какая-то, смотрю. Ух ты, о нет. Из-за меня сработала ловушка, что же делать? Конечно же, дверь. Все, давайте уйдем отсюда. Ой, замечательно. А дальше викинг стоит. Покажи мне, как ты умеешь общаться с оружием. А, ну конечно, давай, у меня бластер есть. На тебе, бластером. Нет, спасибо. Так, все, отдыхает наш викинг. Он хотел предложить драться с ней. Святой Грааль. А, ну давайте веревку используем. Опля, есть. Да, конечно, если рукой, то что-нибудь произошло. Какая-нибудь ловушка. 100%. Да, прошли мы уровень. Нет, теперь будет 103 уровень. Так, новый скин открыт, спасибо. Так, 50 монеток мы заработали. Давайте идем дальше. 103 уровень. Ой, пожар. Что же делать? Город разрушается. Это что за чудовище идет? Как мне пройти мимо этого огня? Ну давай водой, конечно же, зальемся. Воды слишком мало. Да ё-моё, такая большая кастрюля. Тебе не хватило воды там, что ли? Ну ладно. Используем огнетушитель. Город разрушается, что же делать? Как мне пройти мимо этого огня? Огнетушитель возьми. Вот, получилось. Так, теперь ещё-то жарко. Потеет, бедолашка. Тебя подвести?
Нет, я пешком дойду. Спасибо. Пешком безопаснее. Да, нормально. Разбился, смотри. Ой-ой-ой-ой. Так бы я бы с ним бы сейчас поехал. Монстр сейчас на меня наступит. Что же делать? Давайте оденем... как будто говняшка. Маскировочка сработала. Пронесло. Да, ребята. Если нравится игрушка, прохождение, спасти девушку, то ставь лайк. Мы обязательно поиграем еще раз. А сегодня будем, конечно, заканчивать ролик. Пожалуйста, обязательно поставь лайк этому видео и подпишись на канал. До новых встреч. Пока-пока.